Дворовые команды Автозаводского района Нижнего Новгорода накануне сошлись в спортивной схватке. Цель одна – борьба против наркотиков. Именно спорт отвлечет молодежь от пагубных привычек. В этом уверены организаторы турнира. Девиз этих соревнований – равнение на нас. То есть равнение на таких вот молодых, активных, здоровых ребят, которые для себя уже определили, что занятие спортом – это занятие хорошим делом. Спорт – это для здоровых, активных, молодых ребят, которые сегодня главной целью ставят правильное времяпровождение, а не просто где-то сидеть в подъездах. Юные спортсмены сражались в трех видах спорта – настольном теннисе, волейболе и мини-футболе. Этот турнир приурочили к дню рождения самого знаменитого нижегородского хоккеиста Виктора Коноваленко. И правильно сказали почетные гости соревнований – здесь не было проигравших. Все участники спортивных состязаний получили медали и памятные подарки. А тем временем на паркете ФОКа «Олимпиец» разыграли медали более высокого уровня. Там прошли финальные игры областной спартакиады по мини-футболу. Всего в предварительном отборе участвовали 67 команд и более 800 студентов из Нижегородской области. В финале играли 12 лучших коллективов из Нижнего Новгорода, Лыскова, Заволжья, Арзамаса и Дзержинска. Фаворитом финального турнира стала дружина Лукоянского педагогического колледжа, чемпион прошлого года. В этом сезоне цель команды все та же – победа в финале, но свои силы тренер старается оценивать объективно и не разбрасывается обещаниями. Нам тяжелее, во-первых, вдвойне. Мы чемпионы прошлого года. И отстаивать сложнее, чем завоевать первое место. Ну, игра покажет. Всего в областной спартакиаде, которая в этом году проводится под антинаркотическим лозунгом «Мы выбираем жизнь», принимают участие более 20 тысяч учащихся школ, колледжей и вузов. Сейчас в регионе идет антинаркотический месячник. Организуется масса акций. За этими соревнованиями наблюдают представители прокуратуры. С учащимися школ и высших учебных заведений проводится разъяснительная работа. То есть сотрудники как прокуратуры города, так и прокуратуры районов города ходят в учебные заведения совместно с наркологами, представителями экспертно-криминалистического центра ГУВД, совместно с представителями центра СПИД проводят разъяснительную работу, лекции по доведению до учащихся информации и формированию негативного отношения к наркотическим средствам. В программу уже спортивных соревнований также включены настольный теннис, шахматы, баскетбол, лыжные гонки, плавание, волейбол и легкая атлетика. Алексей Александров, Григорий Ожигин, Сергей Пермовский и Алексей Калякин. Объективно, ННТВ.